Всем привет, с вами DarkX. И сегодня в Mortal Kombat Mobile мы будем открывать набор на аккаунте Мармока. Конечно нет. Сегодня мы будем открывать набор на аккаунте одного из моих подписчиков, который предоставил мне аккаунт для записи данного ролика. Недавно я на своем аккаунте открыл наборчик за 450 душ. И этот наборщик, как вы догадываетесь, элитный набор преисподней старшей боги. Он доступен еще один день, 22 часа, на момент записи данного ролика. Значит, я себе на основной аккаунт выбил из этого набора классического Рейдена алмазного, что очень даже неплохо. И практически после этого, ну там через некоторое время, один из моих подписчиков написал мне в Discord и отправил данные от аккаунта, чтобы я зашел и открыл наборчик за 450 душ на видео. Вот он накопил 450 душ, я зашел в его аккаунт, и сейчас мы откроем этот наборчик. Он верит, что я ему выбью что-то хорошее, но все эти вероятности, проценты иногда творят не пойми что, поэтому никто не может сейчас сказать, что нам выпадет. Я хочу своему подписчику выбить лучшее, но а здесь как пойдет, что нам выкинет игра. Давайте откроем данный наборчик. Кстати, ссылочка на канал моего подписчика, который предоставил свой аккаунт для записи ролика и открытия этого набора, в описании. Можете переходить и подписываться. О, на аккаунте теперь ровно 0 душ. Просто было 450, как раз наборчик за 450. И мы ожидаем. А вот, ну что? Посмотрим, что выбиваем. Одна карта здесь. Я надеюсь, новая. Новая карта. Опа. Бог Грома Рейден. Ну, персонаж неплохой. Что я могу сказать? Ну, конечно, я хотел тебе выбить самое лучшее. Но выбили мы Бога Грома Рейдена. Жаль, что не алмазка. Ну, себе мне выпал, на мой аккаунт выпал классический Рейден. А тебе Бог Грома Рейден. Теперь будешь его качать. Такой вот он. Пассивочка и бог бури при смене на Рейдена противника поражает молния, отнимая 20% его текущего здоровья. Пассивка неплохая. Качай Рейдена, все. А на этом все. Ставим лайк на данный ролик. Подписываемся на мой канал. Переходим по ссылочкам в описании на наш Discord канал, на мой Instagram и на мой паблик ВК. А с вами был DarkX. Оставайтесь дома и берегитесь коронавируса. Всем пока!